травмированный, к сожалению, Денис точно не сыграет эту игру. Завтра он летит в Барселону на обследование врачу, который проводил ему операцию. Будем надеяться, что как можно быстрее он вернется. Но сейчас о сроках говорить сложно, но судя по тому, как проходит восстановление, он себя чувствует гораздо лучше. Но важно, чтобы врач, который его оперировал, посмотрел травму. Остальные все футболисты тренируются, и надеюсь, они будут в строю. Сегодня еще одна тренировка, и решим с основным составом и с теми, кто попадет в 18. Сколько тебе нужно набрать очков, сколько нас очков устроит в ближайших, там, одном-двое. Это турнир лучших команд Европы. Бенфика – лучшая команда Португалии. И несмотря на то, что достаточно много игроков поменялось, но структура игры, философия и с приходом нового тренера ничего не поменялось. И это очень сильная команда. И сейчас загадывать нужно подготовиться, нужно правильно проанализировать игры команды, выходить и играть в футбол. Мы играем дома. А сколько мы очков заработаем, будет зависеть только от нас. Да еще непонятно, что лучше перед такими играми, чтобы команда в ничью сыграла или выиграли. Я думаю, что после каждой, я помню, после игры с Зарей, когда мы проиграли дома, я видел настроение ребят быстро реабилитироваться, выйти на поле, сыграть. В некоторых играх они это доказали, и сейчас, наверное, та игра, после которой действительно, как вы сказали, и в раздевалке, ребята не понимали, почему. Конечно, мы попытались объяснить, почему, мы все вместе поговорили, но сейчас, я думаю, что после ничьи как раз настроение у ребят такое, что доказать, реабилитировать себя в глазах болельщиков и прежде всего в своих глазах, потому что я считаю, что у нас есть команда, и несмотря на то, что мы потеряли каких-то игроков, но те ребята, которые сейчас находятся, они горят желаниями, они выйдут и отдадут все силы на поле. А как мы сыграли последнюю игру, это неизвестно, как она повлияет на завтрашнюю игру. Да нет никакого номера. Я думаю, что вообще вратарская позиция – это прежде всего уверенность. И мы должны быть уверены. У нас есть 4 вратаря сейчас. Тот вратарь, который лучше, тот выходит и играет. Я думаю, Рудько своими последними играми заслужил быть в основном составе. Александр, ну, вы сами прекрасно понимаете, что это тот человек, на которого можно положиться. И сейчас, если что-то, не дай бог, случится, я уверен, что этот человек выйдет и 100% поможет нашей команде, и команда будет уверена в нем. Вратарская позиция – это, наверное, прежде всего уверенность. Рудько показал свою уверенность в последних играх, поэтому в последних играх играл он. Да, как всегда, что мы ожидаем. Мы надеемся, и я знаю, ребята давали интервью, пытались привлечь болельщиков на стадион. Я думаю, это очень важно. Мы играем для болельщиков, и когда футболист выходит на поле и видит полный стадион, то я уверен, его мотивация, его отдача будет гораздо выше. Что можно попросить или пожелать, чтобы действительно болельщики поддерживали в любую минуту, не только когда им нравится игра или не нравится, а попытаться в некоторых моментах, наоборот, поддержать ребят. И даже если что-то не нравится, прийти и помочь своей команде. Наверное, это может сказать каждый футболист и каждый тренер. Только пожелать, чтобы мы все были вместе, футболисты, и тренеры и болельщики. Мы сейчас говорили об этом. Это не только Женя Хачиди, это психологическое состояние всей команды. Я вообще никогда не разделяю ошибки, это командная или ошибка индивидуальная. Ошибка, мы потеряли 2 важных очка, но ошибку допустила вся команда. В этом эпизоде ошибся не только Хачириди. Поэтому сейчас мы говорили со всей командой и обращали внимание на психологическое состояние всей команды. Я надеюсь, мы с него выйдем, выходили не с таких положений. Ничего страшного. Да, потеряли 2 очка, да, не удовлетворены какими-то моментами в игре, но нужно идти дальше, и ничего не потеряно ни в одном турнире. Да, есть, конечно, ребята знают, и мы отрабатываем пенальти в тренировке перед важными играми, особенно перед кубковыми. Ребята все это прекрасно знают. И сейчас вам объявить, кто какой пенальтист. Я думаю, что это реально не так важно сейчас. Ну хорошо, перед этим Женя Коноплянко тоже не очень уверенно пробил. До этого он все забивал. Ну это психология. Я тоже не всегда забивал, когда играл, хотя подходил уверенно.